Всем привет, с вами Ромашка. Примерно месяц назад я получила на обзор посылку со слайдерами от Белозерова и Евгении. Наклейки меня поразили еще с того момента, когда я их разглядывала в электронном виде, так как все макеты уникальны, а рисунки очень красивые. Когда я их получила, то была в еще большем восторге от качества печати. Но радость моя продолжилась недолго. Во время тестов наклейки растворялись от любого прозрачного лака, будь то топ или база. Я не стала сразу паниковать, а просто написала Евгении и объяснила всю ситуацию. Оказалось просто, что вся партия, которая мне досталась, бракованная, так как даже от подложки все слайдеры отходили без воздействия воды. А это уж точно не должно быть нормальным. От этого, к сожалению, никто не застрахован. Именно поэтому и был задержан обзор. Поэтому я решила дождаться второй посылки и только после этого оглашать вердикт. Итак, теперь расскажу о нормальных слайдерах от Белозерова и Евгении. Они бывают разных видов, на белой и прозрачной пленке, а также разных размеров, что очень удобно. Поэтому слайдеры подойдут для всех размеров ноготков. Для начала я покажу, как использовать слайдеры под обычный лак. Я буду использовать слайдеры на белой подложке. Они не просвечивают, но недостаточно пигментированы, поэтому для более яркого цвета я все-таки наношу белую подложку из лака. У меня сейчас довольно короткие ногти, поэтому использую самый маленький размер слайдов. Все слайдеры напечатаны на сплошной пленке, поэтому их необходимо вырезать ровно по шаблону. Наклейки я буду размачивать на мокрой бумаге. Когда подложка полностью промокла, слайд легко сдвигается. Благодаря тому, что слайды размачиваю на бумаге, а не в воде, на них практически нет влаги. Слайдеры данного производства очень тонкие, поэтому разглаживать их необходимо очень аккуратно, избегая складок. Ни в коем случае для этого не используйте твердые предметы. Для этого лучше подойдет резиновая копытца или плоская кисть. Металлическим пушером или апельсиновой палочкой можно легко повредить слайд, что, к сожалению, у меня и произошло. Излишки с кончика спиливаю стеклянной пилкой. Данные слайды нельзя покрывать топами с эффектом сушки, как оказалось, других у меня и нет. Поэтому перекрываю их одним слоем базы. Теперь с помощью черного лака закрашиваю все неровности, что образовались. Безымянный палец оформляю несколькими глиттерными лаками. Добавляю звездочек, тем самым хочу сделать подобие космоса. И только теперь покрываю все ногти слоем сушки. Благодаря тому, что на слайды нанесена база, сушка их не портит. Вот такой космический дизайн у меня получился. Слайдеры от Белозерова и Евгении на самом деле очень классные. Но для использования под обычный лак необходимо повозиться. Но под гель-лаком все намного лучше. Об этом смотрите в следующем ролике. Если видео оказалось для вас полезным, ставьте лайки. Чтобы следить за новыми выпусками, подписывайтесь на мой канал и читайте меня ВКонтакте. С вами была Ромашка. До встречи!